Зина, Кеша и террористы. Зина и Кеша тусовались в гостях у деда, как вдруг по телеку объявили о взрыве в соседнем доме от их родной хаты. Паника, страх за близких. Но вместо того, чтобы позвонить родителям и узнать, как там дела, поехавший дедуля отправляет внуков в самый эпицентр террористической опасности, где только что бабахнуло. Кеша, Зина, вам срочно надо возвращаться домой. Там беда.